17:57. Приключения совы продолжаются. Она живая и невредима. Кто бы мог подумать. Впрочем, сова — это все-таки хищник. Это не какая-нибудь канарейка. Это не попугайчик. Я надеюсь, вороны, которые утром лаяли, каркали на эту сову, надеюсь, они живы. Блин. Пропала из объектива. Где ты, совушка? Доедает утреннюю ворону. Ее слепит, ей, наверное, тяжело в дневном свете. Давай, покушай. Ой, руки уже устают. Да и прохладненько. И ракурс не очень удачный. А с другой стороны зайду. Но в целом, что сове сделается от простых ворон? Сова все-таки хищник, повторюсь еще раз. А для хищников совы это... Вот для хищников какие-то там вороны, несмотря на то, что тоже хищники. Это так, семечки, можно сказать. Красивое, пестрое животное. Тоже увидели? Да, я думаю, что это вы там рассматриваете? Где сова? Только рыбанька. Она так поймала. Она утром здесь была. Она поймала? Да, вороны каркали вокруг, кружили. Очевидцы сказали, что она улетала отсюда. Сейчас опять вернулась, видимо, доедать добычу. Какая красавица. Угу. Я думаю, кого вы там это снимаете в снегу? Почетный граждан. А смотрите, в приближении, видите, как она в объектив фотоаппарата? Глаза-то вообще шикарные. Угу. Посмотри, иди, Амирхан, найди сюда, смотри, вон, какая крупная. Увеличение видно? Ага. Глаза щурит и, наверное, угу, слепит, аж ночное животное. А столько ворон здесь с утра было, каркали, каркали. Одна, говорит, не успела. Надеюсь, остальные выжили. Красиво, красиво. Она говорит, доберусь до всех. Есть где пропитание.